Аркаруа адами. Является небольшим докембрийским дискообразным ископаемым с приподнятым центром, рядом радиальных хребтов на ободе и пятиконечным центром, соединяющимся с радиальными линиями в пяти точках. Аркаруа известна только ископаемыми останками идиокарского возраста, найденными в местечке Флиндерс в Южной Австралии. Родовое название дано в честь Аркару, мифического змея, гиганта из легенд местных аборигенов. Все известные экземпляры Аркаруа являются слепками, которые не дают никакого ключа к пониманию внутренней структуры, что делает проблематичным его классификацию. Из-за имеющейся симметрии тела Аркаруа пока относится к типу иглокожих. У Аркаруа отсутствует одна особенность, присутствующая у более поздних иглокожих. Он не имеет кристаллической формы карбоната кальция, из которой построен скелет многих иглокожих. Питалась Аркаруа сапрофагом и одноклеточными организмами. В диаметре она достигала от 3 до 10 мм и была найдена в Южной Австралии.